В Красноярске появилась аллея олимпийской славы. 5 триумфальных арок по количеству олимпийских колец расположились на площади перед спортивным комплексом «Арена Север». На каждой из колонн прикрепили памятные таблички с именами и достижениями чемпионов олимпийских, паралимпийских и сурдолимпийских игр, а также их тренеров. Есть и свободные места для будущих побед красноярцев. Напомню, первый камень аллеи заложили в декабре 2014-го, в день 80-летия края. И сегодня объект, который обещает стать знаковым для краевого спорта, торжественно открыли. За каждой олимпийской медалью, за каждой паралимпийской, сурдолимпийской медалью стоит очень большая работа, очень большая история. Это место было выбрано не случайно. В 2019 году Красноярск встретит Всемирную зимнюю универсиаду. И в этот спортивный объект придут тысячи людей для того, чтобы поддержать наших спортсменов. Прошу ленту разрезать. Ура!